Сейчас мы находимся на центральном пульту управления пятой доменной печи. Считается она крупнейшей в Европе. Пятая домна встретила гостей после ремонта. Тайны производства чугуна на этот раз металлурги раскрыли представителям торговых сетей Череповца. Продавцы, кассиры, бухгалтеры, менеджеры и директора на промплощадке оказались впервые. Масштаб оценили сразу. Только, во-первых, зашли еще, нечего сказать, да? А так вообще, само предприятие, оно мощно делает. Жарко. Экскурсантов впечатлили не только искры расплавленного металла, но и цифры. 12 500 тонн чугуна в сутки выпускает пятая домна. После осмотра литейного двора участники экскурсии забросали экспертов вопросами. Из чего состоит чугун, почему печь задули, а не зажгли, сколько человек работает в смене. О качестве труда на Северстале представители торговли захотели узнать более подробно. Мы все не могли понять, что же у нас людей больше всего волнует. И вот исследование как раз выявило, что людям нужно было перейти на 12-часовой график. И очень долго руководители выходили с этими предложениями, но ничего так не сподвигало руководство компании, как итоги пульса Северстали, когда весь коллектив сказал, что нам нужно перейти на 12-часовой график. И вот, собственно, почти все цеха, за редким исключением, перешли на вот этот график, и теперь люди очень довольны. После доменного цеха горожане отправились в одно из самых интересных производств, которое славится своей чистотой. В цехе покрытия металла номер 2 гости комбината увидели цепочку изготовления оцинкованного листа для автомобильного производства. Вспышки фотоаппаратов снова отразились в зеркальной поверхности металла. Поразила чистота, которая поддерживается на комбинате. Ну и открытость персонала, то есть люди рассказывают о том, где они работают, как они работают. И на самом деле любой вопрос не остался без ответа. То есть нам ответили абсолютно про все тонкости, детали производственного процесса. Помимо технологических процессов, гости комбината вместе с руководством обсудили вопросы налогообложения компаний, социальной активности в городе, участие Северстали в развитии всей области. Особо горожан взволновала, конечно же, тема экологии. И здесь не осталось никаких секретов. Сокращено водопотребление на 45%, за счет чего сокращено. У нас было 10 выпусков в водные объекты в реку Кошта и в реку Шексна. Из 10 выпусков мы снизили количество выпусков до 2. Поскольку мы объективно сбрасывать стали меньше, забирать воды мы стали меньше, вот, на сегодняшний день замкнутость оборотной системы нашей составляет 98,5%. По словам организаторов таких экскурсий, встречи на комбинате с представителями различных сфер жизни города продолжатся. Анастасия Ходкова, Сергей Павлов, Новости.